Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же моряк, и это фокусы от моряка.ру. Я рад приветствовать вас на борту своего судна. В этом видео я просто хочу лишь вам подтвердить ваши мыслишки о том, моряк, а будут ли конкурсы в месяце июня? Конечно же, друзья! В частности, конкурс магазинчики карт моряка продолжается, и призом в этом месяце будет замечательная колода Artifice Blue. Второе издание – это клевые картишки, друзья, советую вам их заиметь в свою коллекцию. Что же необходимо сделать для того, чтобы принять участие в конкурсе и, возможно, стать самым счастливчиком в этом месяце? Вам необходимо в течение месяца июня совершить покупку в магазинчике карт моряка. Это первое. Второе. Обязательно написать в примечании кодовую фразу нашего магазина. Фраза звучит так. Удача по-прежнему мне благоволит. Именно если вы напишете эту фразу, тогда вы попадаете в список претендентов на победу. И в конце месяца, да, третье условие это ждать, надеяться и верить, и в конце месяца июня мы подведем итоги и с помощью генератора случайных чисел выберем одного счастливчика, который получит вот эту замечательную колоду. Как вы видите, условия участия очень просты. Ну что ж, друзья, я желаю вам удачи, я желаю вам успехов, и пусть боги моря и небес, как прежде, вас хранят. Пока-пока.